Пьетрарубья. Местность Пьетрарубья расположена в самом сердце Монтефельтро, у подножия горы Карпини в 60 километрах от Пезаро. По дороге, идущей из Сан-Лео, можно подняться к развалинам замка Пьетрарубья, основанного в 1000 году. От этого недосягаемого орлиного гнезда, находящегося на высокой скалистой вершине, берет свое начало фамилия Монтефельтро, которая, кстати, была упомянута Данте в одном из своих произведений. После прекращения рода замок перешел церкви в 1355 году, а затем к некоторым графам Урбино. Под влиянием графа Малатеста из Римини замок Пьетрарубья медленно переходил в упадок. Реставрация замка началась в 1463 году по заказу Федерико де Урбино. Большой художественный интерес представляет церковь Сан-Сильвестро 1000 года. Особую ценность представляет мраморный алтарь и круглые резные окна в форме розы, работа скульптора Арнальдо Помодоро, почетный гражданин Пьетрарубья. Сегодня дворец 16 века преобразован в гостиницу на территории замка. Вы также можете посетить постоянную выставку скульптур, организованную Центром по художественной обработке металлов и Центром искусства и ремесел Монтефельтро, который собирает лучшие произведения талантливых мастеров.